И к другим темам. Город готовится к открытию курортного сезона. Службы наводят последний лоск. Асфальтируются улицы, идет покраска дорожных бордюров, высаживаются цветы и разбиваются газоны. Новеньким асфальтом уже покрыли главную улицу курорта – Крымскую. Идут работы по Красноармейской. На оживленных улицах Шевченко и Самбурова красят бордюры. Обновляют черно-белое покрытие и по улице Ленина. Две трети работы уже выполнена. Вооружившись щетками и банками с краской под девизом «Анапа по благоустроенный город», на работу вышли сотрудники ЖКХ, студенты и работники предприятий, радеющие за свой город. На улицу Астраханскую завозят чернозем для газонов. Уже совсем скоро свежая летняя травка вырастет возле каждого двора. Улицы становятся еще более привлекательной, еще красочнее, даже светлее. Проводятся работы не только по этим разметкам. Значит, ведутся работы точно так же. Это и по асфальтированию улиц города. Это Крымская, Красноармейская. Ведутся большие работы сейчас на набережной. В ближайшие дни в курортной части Анапы дополнительно установят десятки скамеек и урн.